Всех приветствую на канале Криптобизнес. Сегодня я рассматриваю проект децентрализованного виртуального мира OneGame. Это второе видео об этом проекте, а для тех, кто не смотрел первое, вкратце напомню основную информацию. Итак, начнем. Команда проекта OneGame нацелена на создание глобальной децентрализованной виртуальной платформы, основанной на искусственном интеллекте, где каждый игрок или разработчик смогут создавать собственный виртуальный мир при помощи большого набора несложных инструментов. Система OneGame будет иметь множество земель. На каждой земле игроки и разработчики смогут развернуть абсолютно любой сценарий, ограничиваясь лишь собственной фантазией. Каждый игрок, решивший окунуться в этот удивительный виртуальный мир, должен приобрести себе аватар графического персонажа, привязанного к кошельку игрока. Основным цифровым активом на платформе являются токены OGT. С их помощью игроки смогут получать разнообразные цифровые ресурсы, вещи, предметы и так далее, которые затем можно использовать на своем аватаре. Платформа OneGame будет развиваться и наполняться новым контентом с течением времени. Над ней работают 14 разработчиков, в числе которых бывшие инженеры и программисты Google, Microsoft, финансисты с Wall Street, разработчики игр из Нью-Йорка. При поддержке разработчиков Deep Brain Chain и крупных инвесторов из Китая и США команда проекта стремится убрать большую пропасть между игроками, мелкими разработчиками и гигантами рынка игр, которые забирают себе всю прибыль. OGT – это ERC-20 токен, с помощью которого будут происходить все платежи внутри платформы OneGame. Токены можно купить за эфириум. Вначале система будет работать на блокчейне эфира, после полной разработки и тестов платформы мигрируют на новую сеть Deep Brain Chain для увеличения производительности и поддержки искусственного интеллекта. Разработчики обещают, что для пользователей переход на новую сеть будет плавным и незаметным. Детали ICO. Приват сейл Soft Cap – 4 миллиона долларов, приват сейл Hard Cap – 10 миллионов долларов. Доступно для продажи 2 миллиарда токенов OGT. Период приват сейла с 1 мая 2018 года по 1 июля 2018 года. О дате паблик сейла будет известно после бета-запуска. Это в районе 3-4 кварталов. Все детали будут анонсированы. А запрещенные страны – это США, Китай и Сингапур. Распределение токенов будет 30% – это программа стимулирования, 20% – публичная продажа, 20% – приватная продажа, 16% – команды и адвайзеры, там будет 24-месячный вестинг, и 14% – фонд OneGame, 24-месячная блокировка токенов. Дорожная карта OneGame. Четвертый квартал 2017 года. Разработка идеи проекта. Первый квартал 2018 года – приватная продажа и публикация технического документа. Второй квартал 2018 года – приватная продажа для стратегических инвесторов, заключение партнерств, введение баунти компании. Третий квартал 2018 года – запуск аватар Wallet и инструментов разработчика, а также тестовой версии для ПК. Четвертый квартал 2018 года – запуск открытой платформы и активное развитие создания виртуального мира. Первый квартал 2019-го – запуск Master Game, создание продвинутой экосистемы и привлечение новых разработчиков на надежные SDK. И второй квартал 2019 года, последний в родмэпе, виртуальный мир под управлением игроков и разработчиков, разработка саморазвивающейся платформы. Четвертый квартал 2019-го – полная децентрализованная версия с процессом майнинга. И четвертый квартал 2021 года – интеграция искусственного интеллекта и улучшение генетического алгоритма, добавление саморазвивающихся функций. Итак, консультанты проекта. Это Юн Хэ, генеральный директор Deep Brain Chain, эксперт по искусственному интеллекту, Овен Ван, соучредитель 20 лучших в мире криптообменников, партнер Блоковый Капитал, финансовый эксперт, предприниматель, венчурный капиталист. Чен Сян Джан, основатель Туоньяо FM и Hello Capital, один из самых влиятельных криптоинвесторов Китая. И Азмул Хак, основатель и управляющий директор Coller Lodge, ведущий специалист в области ТМТ. Команда проекта.
Это Пуши, главный исполнительный директор, серийный предприниматель, инвестор и советник в проектах с несколькими блокчейн-цепями, независимый разработчик игр с более чем 10-летним опытом, бывший соучредитель и технический директор Karaloha.com, бывший разработчик программного обеспечения Google и Microsoft в области компьютерных наук университета Эмори. Курт Янг, главный продюсер, соучредитель и креативный директор Makuni Games. Фокс Чен, главный технический исполнитель, соучредитель и ведущий программист Makuni Games. Джейсон Цзоу, главный блокчейн-инженер, техник лид и менеджер на картах Google, 7-летний опыт работы с картами Google с использованием лучших в отрасли технологий искусственного интеллекта. Кандидат наук в прикладной математике из университета Стоуни Брук. Бывший претендент на конкурс программистов ACM ICPK. Джейн Ванг, директор по маркетингу. Саманта Конг, главный финансовый директор. Финансовый специалист с более чем 10-летним опытом в сфере слияния и поглощений. Джей Суонг, ведущий программист, соучредитель Initial Perflops, разработчик игр, специализирующийся на производительности и масштабируемости инструментов для разработчиков игр. Имеет 7-летний опыт работы с подразделениями Unity. Фэй Йоу Су, инженер-программист, разработчик игр и конструктор взаимодействия. У него есть опыт в разработке игр, UI, UX для игр и инновационном производстве геймплея. Минджи Джефф Джоу, главный специалист по стратегии. Инвестиционный банкир с 10-летним опытом в области слияния и поглощений и IPO. Инвестор на основе обмена криптовалютами на основе Бангкока. Так. Хинлин Янг имеет большой опыт работы в Unity, Maya, Photoshop и SBrush. Сильный специалист по искусству и дизайну со степенью бакалавра. Мидул Синг специализируется на цифровом маркетинге и партнерских отношениях. Что можно сказать в заключении обзора? Сильная команда специалистов из Китая с хорошей поддержкой со стороны партнеров и инвесторов, в число которых входят довольно именитые компании, такие как Deep Brain Chain, Makuni Games, Colin Star Capital, Litecoin Cash, Loopring, Yubi Capital, Horman Capital. Продукт, который смотрит вперед в высокотехнологичное будущее, где большая часть всего привычного нам перейдет в виртуальный мир. Спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки, пишите в комментариях, что вы думаете о проекте. А на сегодня это все. Инвестируйте и зарабатывайте вместе с нами. Удачи!